Мы были на Чехове, Чайка. Какие у вас впечатления после увиденного? Поскольку мы сидели на галерке. Это где? Как истинный студент театральный. Последний ряд самый? Самый последний, прям сбоку, возле... Не было видно. Там было видно колосники. Колосники, блестящие галереи. Да, но несмотря на все это, мы в восторге, да? На последней фразе мы заплакали. Ну, не смешно, на самом деле. У вас настолько поразила атмосфера, что вы компенсировали даже ваше место на последний ряд, да? Да, я перегнулась вот так вот руками, ногами. Постоянно звонили телефоны, я это на самом деле не понимаю. Да, что их писали, звонили телефоны? Мы не обращали внимания на это все, потому что... И мне показалось, что монолог Заречный был слишком короткий. Обычно она его даже медленнее проходит. Но вам понравилось, да? Да, да, мы стоим, мы ждем, пока будет еще раз Чайка, чтобы туда пойти. Да, ничего себе. Мы опять, да. Да, вот мы решили устроить палаточный лагерь. Да. То есть вы знакомы, рекомендовали пойти на постановку, да? Конечно. Все, спасибо вам большое, девушки.